До начала нового футбольного сезона в Беларуси остается меньше 2 месяцев. Некоторые клубы уже вышли из отпуска и перешли к занятиям. А вот футболисты Ислачи сегодня провели только первую тренировку. В стане волков произошли значительные изменения. Сразу 11 игроков покинули команду. Зато во время межсезонья пришли в клуб 2 мастеровитых игрока. Это Александр Макась из Минского «Динамо» и Алексей Янушкевич из Солигорского «Шахтера». Также из Белшины к волкам присоединился и Кирилл Сидоренко. В Ислачи надеются, что эти футболисты принесут пользу команде. Александра Макася я всегда не один год хотел видеть в команде, но не получалось. Здесь как бы совпало так, и рады, что подписали, потому что понимаем, что он умеет. Но Алексей Янушкевич там сильно в представлении не нуждается. Уже 10 лет он все-таки на хорошем уровне играет. Хочется таких вот людей, чтобы было больше, по духу которые есть менталитет победителей, и мы очень рады, что подписали. Ну, Кирилл Сидоренко, он так уже давно перспективный футболист. Надеемся, что он эту перспективу перенесет в наш клуб. Мы хотим приблизиться там 50 очкам. Хотелось бы к этому рубежу, как говорится, подойти ближе. К занятиям приступило 22 игрока, в их числе 6 ребят из Дубля. Свой первый официальный матч сезона «Волки» сыграют в марте. Это будет четвертьфинальный поединок Кубка Беларуси против «Батэ».